Февраль подходит к концу, а значит, через считанные дни наступит долгожданная весна. Это пора пробуждения природы, обновления, вдохновения и расцвета. Часто весной люди начинают ощущать себя по-другому. Многие отмечают прилив энергии и хорошее настроение. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Весна – это удивительное время, когда вместе с природой преображаются и люди. Для многих это цветущее время года ассоциируется с началом новой жизни, кардинальными переменами и с принятием смелых решений. Мы решили узнать у тверичан, что они хотят изменить в своей жизни этой весной и с чем ассоциируется это время года. Жизнь становится ярче, солнышко светит, все радуются. Да, прежде всего, перемена погоды. С зимней холодной наступает тепло, долгожданное. Хочется отпуска весной. Наверное, на море съездил. С вдохновением, с любовью, с теплом. Всегда очень активно живу и всегда хожу. Очень люблю театр, люблю нашу филармонию. Ну, вообще, в общем, наверное, подвижный человек, и за это я не могу всегда путешествовать. Ну, спортом, да, надо заняться, к лету подготовиться. Хотим наши российские города посмотреть, ну, поездить. Большинство опрошенных тверичан с приходом весны планируют заниматься спортом, культурно развиваться и путешествовать. Это, безусловно, не только интересно, но и полезно. Ведь физическая активность укрепляет здоровье и иммунитет. Культурные мероприятия позволяют узнать много интересного и отдохнуть душой. А путешествия помогут увидеть богатые и живописные уголки нашей страны. Так что весна – это лучшее время для чего-то нового, а самое главное – полезного.